Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 46 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Составь примеры по рисункам и реши их. По 2 взяли 3 раза. Значит, нужно 2 умножить на 3. И плюс прибавили еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 плюс 7 получается 13. По 5 взяли 3 раза. Это получилось 15. И вычли 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получилось 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.